К сожалению, увидели, обрезали нам продолжение, но я думаю, что все это еще всплывет. Дорогие друзья, да-да-да, мы продолжаем нашу трансляцию. Находимся здесь, в Америке. Наконец-то я вижу сумасшедшего Сида Вишеса. Сида Вишеса. Сообщаю вам, что Сид Вишес по прозвищу Злобный. Живое олицетворение ужаса. Воплощенный Франкенштейн. Так про него пишут и говорят. О, вау. Какие девчонки были. Хотелось бы отмотать назад, но, к сожалению, это невозможно. Значит, воплощенный Франкенштейн. Неистовый борец. Обладатель титула «Человек рестлинг тысячелетия». Да. Да-да-да-да-да. Посмотрите на славную физиономию Сида Вишеса. Какое доброе человеческое лицо. Как оно подернуто интеллектом. Явно совершенно становится понятно, что именно орангутаны и гориллы были предками человека. Да. Против кого же он будет биться? Этот злобный Сид Вишес. Даже не знаю. Кто же будет противником? Еще секунда другая. И на ринге появится его противник. Сейчас мы узнаем, кто он. Я не хочу предвещать события, но это Стена. Напоминаю, что раньше Стена был телохранителем немецкого борца Берлина. Но не так давно он понял, что ему гораздо приятнее выступать в роли борца, а не секунданта. Итак, дорогие друзья, Стена. В черном костюме. Да, здороват. Здороват этот паренек, могу сказать. Да, огромен, мощен. Вот это машина. Вот это для машины, для поедания мяса и рыбы. Для перемалывания фруктов. Для выплевывания протеинов, я могу сказать. Да. Надерите Сиду задницу. Громили Сиду Вишесу прямо сейчас. Идите поскорее. Когда закончите, поставьте себе стаканчик в бренде.